Великая триада модуляционных эффектов — фленджер, фазер и хорус — не покидают наши миксы уже много десятилетий. Принцип их работы довольно прост. Чтобы создать хорус, мы берем сигнал, создаем его копию и задерживаем эту копию на 25-30 миллисекунд, добавляем к ней LFO и смешиваем с оригинальным сигналом. В итоге мы получаем хорус. Фленджер работает по подобному принципу, только время задержки составляет от 5 до 15 миллисекунд, и еще присутствует петля обратной связи, что и создает этот эффект взлетающего самолета. Ну а фазер работает несколько иначе, но также просто. Мы берем, создаем копию сигнала и используем на ней фазовые фильтры. При сложении оригинальные обработанные сигналы создают гребенчатую фильтрацию, и чем сильнее эффект, тем лучше мы будем ощущать работу фазера. Но это все теория. А как это работает на практике? Давайте посмотрим. Я покажу вам проект, максимально наполненный модуляционными эффектами, которые мы впоследствии еще дополнительно усилим и украсим. Уже слышно. Дышу сложно, такая высота, кислорода меньше. Модуляционные эффекты везде, на всех инструментах. Здесь синтезаторы звучат немного жестковато. Нужно будет их смягчить. Пока на этом остановимся. Я услышал, что дорожка Film Memories звучит излишне агрессивно. Да, действительно, немного жестковатая. Чтобы смягчить ее, воспользуемся хорусом. Конечно же, мы будем использовать плагины от D16. Попробуем пресеты. А вот это уже что-то интересное. Но задействована только одна из трех линий задержки. Давайте задействуем и вторую, и третью. Спанорамируем их жестко влево, жестко вправо и послушаем. Намного интереснее. Активируем кнопку аналог BBD. Это пожарная цепочка или Bucket Brigade Device. Знаменитый классический эффект. Прекрасно. Послушаем в миксе. Да, так звучание жестковатое. А так намного приятнее. Плагины от D16 довольно просты в настройке, когда вы знаете, что делать. Рекомендую прочитать мануалы ко всем плагинам этой компании, которые у вас есть, чтобы разобраться даже с самым скрытым функционалом. Попробуем что-нибудь еще. Послушайте, какие приятные модуляционные движения. Но я хочу их усилить.
Да, на Artificial Harp хочется добавить немного движения. Друзья, сегодня мы разыграем 4 подарочных купона, которые вы сможете обменять на любой плагин Silverline от D16. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на наш канал YouTube, а также в комментариях оставить ответ на вопрос, какой модуляционный эффект вам нравится больше всего и почему. Розыгрыш будет проходить на YouTube, поэтому оставляйте комментарии под видео именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. Здесь мы воспользуемся фленджером. В качестве фленджера я возьму антресол. Пока ничего интересного. А вот здесь уже есть какое-то движение. Я думаю, вы обратили внимание на то, что с плагинами D16 я начинаю с пресетов. Они здесь отлично подобраны, и переключив несколько первых вариантов, всегда можно найти что-то подходящее. Ну а если не находится, можно зайти в браузер и выбрать что-нибудь из глубины списка. Активируем кнопку Mistress Auto Mix Mode. Я думаю, вы уже догадались, что антресол эмулирует знаменитую гитарную педаль, в названии которой тоже есть слово «mistress». Но звучание скучноватое. Мы сейчас находимся в режиме MS, я переключусь в режим LR, и обратите внимание на фидбэк, он сейчас активирован только для левого канала. А для правого канала мы сделаем отрицательный фидбэк, то есть отрицательную обратную связь. Что-то не работает. Конечно, потому что нужно увеличить значение depth для правого канала. И вот теперь пошли все вот эти флуктуации. Красота. Послушаем до обработки. Стабильное центрированное звучание. А теперь явно слышно движение. Послушаем, как это будет звучать в миксе. Действительно, добавление модуляции на модуляцию — это отдельный кайф. Шикарно! Давайте добавим еще какой-нибудь эффект в микс. Вот эту часть хочется раскачать дополнительным, более глубоким фазером. Откроем фазер тан. О, вот это что-то интересное. Попробуем большее значение stages. Таким образом мы делаем фазер более глубоким. Но он теперь слишком суетливый.
Нет, даже 4 мне не нравится. Да, вот такое движение фазера выглядит наиболее интересным. Попробуем изменить его скорость. В Fazertan доступно 2 LFO для изменения скорости эффекта. Второе LFO, то есть вот этот LFO, я подмешаю совсем немного. Послушаем до обработки. Эффект несколько грубоват. А теперь он более живой. А теперь включим в миксе и выберем подходящий баланс DriveAd. Обалденные модуляционные эффекты. Послушаем до обработки и после. Звучание очень интересное, но... Так движение еще более выразительное. Но мы еще не попробовали с вами отца всех модуляционных эффектов. Я говорю о Godfather. Предлагаю попробовать его на дорожке бэк-вокалов. Трачу силы, секунду пунктиром, дышу сложно, такая высота, кислорода меньше, свобода на кончике языка, ткань рвется, как пиратские паруса прошлого, где так легко засыпать. Вы можете спросить, куда здесь еще добавлять эффекты? Бэк-вокалы и так очень красивые и нарядные. Но, я думаю, мы можем улучшить их звучание. Открываем Godfather. И я думаю, что здесь нам может пригодиться какой-нибудь вариант ансамбля. Дело в том, что в Godfather есть все, что угодно. Посмотрите на мультифильтр. Здесь есть и эквалайзеры, и всякие бенд-пас, лоу-пас, хай-пас фильтры. Есть самые разные варианты фазеров. В общем, куча всякой красоты. То же самое касается и модуля Ensemble. Здесь есть разные варианты хоруса, в роторе, тремоло и, собственно, эффект Ensemble. Давайте зайдем в меню пресетов, выберем Ensemble и посмотрим, что нам могут предложить пресеты. Слишком суетливое звучание. То же самое. О, а вот это что-то интересное. Есть некоторое движение, но при этом бэк-вокалы не становятся слишком какими-то разнузданными. Поиграем со значениями регулятора DriveAd, а также поиграем с глубиной Ensemble и, возможно, что-то сделаем с фильтром. В общем, повеселимся немного. Трачу силы, секунду пунктиром, дышу сложно, такая высота, кислорода меньше,
Свобода на кончике языка. Ткань рвется, как пиратские. Хорошо. Ты так легко засыпать. Эмфазис дает слишком жесткий эффект фильтра. Незнакомо так улыбать. Впитаюсь прямо тело зрачка. Так, бэк-вокалы становятся слишком широкими. Я думаю, будет достаточно подмешать этот эффект к бэк-вокалам, и все будет звучать отлично. Трачу силы, секунды пунктиром, дышу сложно. Такая высота, кислорода меньше. Свобода на кончике языка. Ткань рвется, как пиратские паруса прошлого. Где так легко засыпать, ты считаешь недостаток. Более изящное, более аккуратное звучание. Мне нравится. Послушаем в миксе. Дышу сложно, такая высота, кислорода меньше. Свобода на кончике языка. Ткань рвется, как пиратские паруса прошлого. Где так легко засыпать, ты считаешь недостаток. Шикарно. Легкий штрих, который дополняет и так отличное звучание бэк-вокалов. Друзья, сегодня мы поиграли с четырьмя обалденными плагинами от D16, которые помогли украсить и разнообразить, и без того, шикарное и довольно оригинальное звучание микса. Если вы не пробовали эти плагины в своей работе, обязательно зацените их и напишите свои впечатления о них в комментариях. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Плывите к звуку!